Товарищи, великие победы Красной Армии избавили нас от нашествия Толстяка, Гюденича и почти покончили с Деникиным. Разбиты войска помещиков и капиталистов, которые хотели при помощи капиталистов всего мира восстановить свое всевластие в России. Но война империалистская, затем война против контрреволюции, страшно разорили и обессилили всю страну. Надо напрячь все усилия, чтобы победить разруху, чтобы восстановить промышленность и земледелие, чтобы давать крестьянам за хлеб необходимые для них продукты. Теперь мы, победив помещиков, освободив Сибирь, Украину, Северный Кавказ, вполне можем восстановить хозяйство страны. У нас много хлеба, есть теперь уголь, нефть. Все дело сейчас за транспортом. Железные дороги расстроены. Надо восстановить транспорт. Тогда мы подвезем на фабрики хлеб, уголь и нефть. Когда мы подвезем соль, когда начнется восстановление промышленности, кончится голод, подвижно заводских и железнодорожных рабочих. Пульсовские рабочие и крестьяне берутся за дело восстановления транспорта, за работу самую упорную и самоотверженную. Все работы, необходимые для восстановления транспорта, должны выполняться с полным рвением, с революционной энергией, беззаветной крепости. Мы победили на фронте кровавой войны. Мы победим на фронте бескровном, на фронте труда. Все это работы по восстановлению транспорта. Председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета товарища Якова Михайловича Смирнова, кто работал сегодня в день с товарищем Смирновым, тем особенно ясно, что его исключительный организаторский талант обеспечивал нам то, чем мы гордились полным правом. Он обеспечивал возможность трудной, целесообразной, организованной работы, которая была бы достойна организованных пролетарских масс, той работы, без которой не могло бы быть успеха, и которая всецело отвечала потребностям пролетарской революции. Память о товарище Якове Михайловиче Свердлове будет служить не только символом преданности и ученера своему делу, не только образцом сочетания практической трезвости и практической умелости, полной связи с массами, умением их направлять, но будет служить и залогом того, что все более и более широкие массы пролетариата пойдут все вперед и вперед в полной победе коммунистической революции.